lo confirmó. Gente de zona, Puerto Rico me lo regaló. Второго мая в студийском клубе «Паллада» на базе Дарептуса прошел турнир по спортивно-бальным танцам «Dance Leader 2016». На турнир съехались ведущие танцевальные коллективы Дальнего Востока, начиная Хабаровском и заканчивая Владивостоком. Организаторами этих соревнований стали Виталий Попов и Ирина Соловьева, финалисты чемпионата России, Европы и мира среди профессионалов, руководители танцевально-спортивного клуба «Dance Leader». На турнир съехались множество ведущих и пар, и коллективов со всего Дальнего Востока. Для нашего коллектива это турнир дебютный такого ранга. Мы приложили много усилий в оформлении зала и очень рады, что нам предоставили такую площадку для проведения. Достаточно много участников приехало, и весь регион Дальневосточный нас поддержал. Это очень приятно. Участие приняли 242 пары, 24 клуба бальных танцев Приморского края из Находки, Врангеля, Фокина, Большого Камня, Уссурийска, Владивостока, Хабаровска и Артема. Пары соревновались в европейской и латиноамериканской программе по трем разным категориям: дети, юниоры и молодежь плюс взрослые. Прически и костюмы участников соревнований поражали взгляд. Строгие костюмы, пышные бальные платья, блестящие и облегающие наряды для латины. Приятно танцевать дома. Хорошо, что наконец-то снова начали проводиться турниры в Палладе. Вот это радует. Приятно, что приехало много пар из Хабаровска. В целом атмосфера турнира хорошая, много интересных пар. По окончанию турнира 13 судей высказали свои наилучшие пожелания танцорам. А Виталий Попов поблагодарил всех за терпение и прекрасное выступление партнеров за помощь в организации турнира. Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес Дарептуза за предоставленную площадку. Как он сказал, где бы он ни был, в Москве или за границей, студенческий клуб «Паллада» запомнится всем надолго.